Осенний опенок. Его внешний вид может отличаться от древесины, на которой он растет. В данном случае это дуб. Он имеет очень яркое черное пятно в центре шляпки. Остальной оттенок шляпки оранжево-желтый. Имеет очень близко расположенную к шляпке кольцо. Гименофор распространяется к ножке. Такого же цвета, как шляпка. Ножка очень длинная. Примерно в 10 раз длиннее шляпки. Гриб съедобен. Произрастает осенью. В самых разных лиственных лесах. Иногда даже с цветами может связываться. Растут группами. А иногда у основания ножки слипаются.